Какая-то странная надпись. Всем здорово, всем привет, это Кактус. И добро пожаловать в рубрику «Давай заценим-ка». У меня в руках игрушечка под названием «Sons of the Forest». Это сиквел продолжения игры «Forest». Вы отправляетесь на поиски пропавшего миллиардера на отдаленном острове, но оказываетесь вместе с кишащим каннибалами. Мир игры опасен и скрывает множество мутирующих веществ. Фу ты, существ! Некоторые из которых почти похожи на людей. В одиночку и в кооперативе и в крададара. С друзьями вам придется сражаться с врагами, строить собственное жилище, крафтить предметы и заниматься охотой или рыбалкой для того, чтобы выжить. Я играю сразу в кооперативе с моим напарником Кроныч. Здорово. Здорово. Вот, все, давай стартуй. Давай стартуем. Сейчас мы с вами посмотрим, что же это за игруха такая. Не, ну Forest мы играли, Forest мы знаем, что такое за фигня. Ты нажал там, что сделал? Нажал, да, у меня. Молодец. Вот, это мы, в принципе, знаем, что уже такое Forest. Но тут, говорят, по графонию вообще просто она прям такая. И хотя бы цель есть. Там мы, по-моему, дочь спасали, да? В военной катастрофе. Или сына, да. Ну, короче, какого-то мелкого этого. А тут мы вот отправились спасать. Возьмите навигатор кнопкой. А у тебя тоже такой перевод дурацкий? Я на вертолете лечу. Или у тебя там сказано, возьмите навигатор кнопкой куда-то. Масштабируйте карту навигатора кнопкой. Ага, кнопкой скроллом. Скроллом. А ты не летишь на вертолете? Не, у меня Sons of the Forest грузит такая фигня. Вот сейчас лечу, что-то есть какая-то фигня. Да, лечу на вертолете. Пуф-корп. Внимание, мы ищем... Кого мы ищем? Какого-то старик... Чё у меня с моим фантографом? Фига себе, 31 неделю назад его потеряли. Ищем какого-то миллиардера, который живет на этом... Я что-то там красное видел. Оранжевое. О-о-о! Гром и молния, день чудесный, летим мы вместе на вертолете. А ты в том соседнем вертолете или ты в моем вертолете? Ой, а башкой крутить можно. Я вот он, миллиардер, 63 года. Угу. А что такое В нажать надо? Ага. Так, мы сейчас садимся на землю. Это вообще какой-то под кайфом. Окей. И еще, так, короче, троих надо искать. Так, у нас есть, короче, раз, два, три штуки, понятно. Y закрыть. Окей. Закрыли ноутбук. Fight Demons. Fight Demons. Опа. О-о-о! Стреляют, брат, 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 стреляют. Крепись, давай, держись. Я повис на дереве. Ну, а, кстати, я тоже, да. Вниз ногами. А на чем я повис-то? Во, во, там есть один выживший. Без звуков, без каких-либо. Слышь, чувак, я вот на вертолете тебя разбился, я бы орал бы там, как резанный. А они все потихоньку. О-о-о, дверь ломается. На нахер. Еще себе шею сломал об ветку. Опа, и еще дверь его прихлобышила. Так, а мы тут, получается, с компаньонами сразу будем, да? Будем не одни, да? Не, ну я-то с тобой, это понятно. О! Мужик, как на нах... Без реплик, без всего. Опа, опа. Это ты, да? Это ты же ведро какое-то там поднял. Или что ты? Да, да, я вижу. Ага. Да, вот ты встаешь. Еба красиво. Еба красиво в натуре. Ой, а ты какой усатый, ты хрен. Ну, амиго. Ты азиат у меня. Амиго,
Ну ладно, ладно, с этим красиво, красиво. Прям, ну не поспоришь. Прям что-то все это. Ладно, что делать-то надо? Это ты что взял? Что делать? А, вон. Вон. Лекарство. Чел, вон, чел орет. Коллектор. А этот пилот, которого двери, наверное, прибило. А, вот, нет, вот пилот двери, которым прибил. А, вот дверь валяется. Пилота убило вообще. Ага. А это что орет? Ладно, удержите. У, Игрик, да? Так, а если я вот так шлюз переключу, у меня будет там, типа, Келвин? Я маленький камешек в воду кинул. Погоди ты. Ага. Ты контуженный, чувак. Офигеть, даже звук есть воды. А чем это у него? Что он говорит? Не знаю он. Это что у него делает? Не знаю, чем-то перед глазами поводил. У него вон кровь из ушей идет. Так, иди за мной. Возьми палки. Построй костер. Стой. Сделай перерыв. Очисти 5 метров. Возьми предмет. Иди за мной. Иди за мной. Смотри, я пещеру вижу там. Сейчас, подожди. На тебе, блин. На грудак. Ага. А что, тяжело ему было сказать, иди за мной? Чего, ты пещеру видишь? Какую? Где? Да. Опа, гранату взял. Стой, а куда он прется? Я ему сказал, за мной иди. А, он пьет. О, кстати, надо тоже попить. А удерживайте инвентарь, чтобы это, чтобы... Не знаю, вот он попил. А Игрик? Да, я восполнил жижу. О, он рыбу ловит. Каким образом? А, нет, это ты. Как ты жижу восполнил? Как? Игрик нажал на воде. Так, не откройте нажимать. Инвентарь, нажмите. Нажмите А. Переместите предметы на коврик, чтобы открыть их или скомбинировать. Откройте emergency, да, пакет, да? Да, что ты там говорил? Нажмите на шестеренку, чтобы открыть тревожный чемоданчик. Офигеть, тут рыбы. Давай тут жить. Давай тут жить. Так, взять навигатор. Выбрать топорик. Топором можно рубить дрова и врагов. Что теперь-то делать надо? А ты нахера палку-то поставил? Не знаю, поставил. А что это я сделать ей могу? Я ее застрел, слышь? Я застрел палку. Палка, путеводитель, топор. И GPS-трек. Ладно. Пойду посмотрю вертолет. Что у нас есть же вертолет? А второй где, который вот, на котором мы висели? Там это, вон там на что? GPS что, какая-то где? Фигня лагает. Нам скорее всего туда надо идти. Погоди, да? А как ты GPS взял? Ну, из инвентаря взял GPS. О, а с тобой что можно делать? А, я тебе могу таблетки дать. Лекарство использовать, могу не тебе. Я тебе могу дать батончик, энергетический напиток и лекарство. Ну ладно, ладно. Ща, погоди, я сейчас тоже достану этот. О, граната. Я гранату взял. Стой, так, у нас инвентарь. Тихо. А, не, нормально. Чё? Инвентари у нас разные. Наверное. О. Вот что, коробка. Так, ну я тут по мухавке немного надыбал. А, это птица, блин, а я хотел ее. Вот, изучить основы строительства. А это что, флайеры? Ага. Да, сигнальный огонь. Я могу метнуть один. Не надо, не надо, не трать пока. У нас тут на выживание надо все. Вот еще ящик, смотри. Патрон. Патрон. Картечь. Картечь взял. Ягод набрал синих. Так, батарейки, наручные часы. Все, слушай, а где второй-то вертолет? Второго вертолета нету. Что у нас тут показано? Пещера тут где-то рядом или это падение? Так, изучите, подожди, тихо, изучите основы строительства, Б. Понятно, книжечка. Значит, палатка, нужна палка и мешок. А что, мы тут будем строить, да? Так, да, огонь, нужна палка. Возьмите палку, потом сломайте ее.
положите на палатка и усиленный огонь. А, и зажигалкой черкануть. Постройки из палок. Во! Накиньте а череп. Что? А, во! Это я, короче, знаешь, что сделал? Это я сделал эту. Лампы из черепа. То бишь, лампу из черепа можно сделать. Я нашел, вот смотри, пещеру. Давай в ней жить-то. Укрытие так, своего рода. Да, базовый пол. Ага. Значит, короче, надо бревно. Бревно положить, потом положить. Вот, озеро. Нарубить. Подожди ты. Так, и это все, поняли. Чтобы активировать GPS-трекер, нажмите «М». Найдите команду в 03. Это что значит в 03? Ага, вон там просто на какого-то чувака, да, найти? Где пещера? Где? Где ты есть? О, да, на меня беги. А где ты? Ууу, как ты далеко ушел-то. А вот труп, смотри. А его можно? Кстати, можно же было в форесте разделывать трупы. Чтоб покушать. А этого нельзя, слышишь? Крокодил нашел, заряд CC4, СИФО. А, это где у нас вертолёт, что ли, упал, или что? Веревку нашел. Ух ты! Да, слушай, классная пещера. Так, это я взял. Вот веревку отсюда еще возьму. Это я взял, где? Откуда? Вот веревка, где ты падал. У меня тут нет ничего. А, вот она. Так, веревка. Это хорошо, что все дублируется. Значит... Не, слушай, а тут не пройти. Опа, теперь можно пройти. Пойдем? Пойдем. Вот ты что, дурин? Иди первый. Слушай, а вот этот чешок-то за нами ходит. Ёбного, тут темень-то какая. И сигнал не ловит. Да зачем нам сигнал-то? Ё-моё! А ты чем, как ты светишь? Я нажал, зажигал. А я вот сейчас фонарик возьму. Ой, а тут, кстати, трупы. Консервы. Я понабрал. О, вот часы, смотри, тут руки с часами. Ебать, они руки отрубали. Так, вот тряпки нам нужны. Тряпок нам надо много. Зачем? Да, в натуре руки с часами. Палатки строить. Опа, выключил свет, смотри. Опа, включил свет, смотри. Нет, а у меня тут все только я. Ой, он, кстати, наверх теперь светит. Ты его уронил. Че, глубже идем? На что ты там наел? Наел? О, еба. Че-то стрёмно туда идти. Смотри, одни эти скелеты. Ну сейчас посмотрим хотя бы, что тут. Да, тут черепа, смотри. Это все подобрать, кстати, можно. Черепа? Вот еще веревка. О, нет, там вот, смотри, чувак ходит. Выключи свет. Ага, уходим отсюда, ну его нахуй. Сейчас черепов-то парочку подоберу. Черепа-то тебе зачем? А что он там, что-то держал в руках? Вон еще один ходит, смотри. Ты свет выключил, да, подошел, посмотрел? Нет. Выключи свет-то. А слушай, у меня не влезают черепа. Больше нельзя, мы переполнены. Где он? А где? А я его не вижу. Нет там никого. Кстати, уже... Не, вон один ходит. Вдоль воды. Ну зарубим его топорами. Пошли, что ли? А как ты тут спустишься? А, вот так, смотри. Тут пошли. Вон веревки есть. Пошли. Я спускаюсь. Что, будем рубать его? А что нет-то? Тут ой, слушай, а их тут много. Да, много мы не одолеем. Много не одолеем, уходим. Я вон там один, а там их много. Да, там их 3-4, а тут что ходит? Он что-то таскает там по воде. И тут вон эти шикаха летают. Уходим. Все, да, я ухожу. Бля. Нас чуть не сожрали. А что тут, кстати, светится? Я вылезаю. Вылезай. Так, ну...
Тогда, это наш. Я думал, кто-то вояк какой-то прибежал. Что нам делать-то надо? А? Ну, что делать? Вон еще ящик, смотри. Строиться и бежать вон на этот. Если мап нажать, вон у нас, видишь, что-то моргает, маячок. Ага. И вон один восклицательный, второй восклицательный, третий восклицательный. Как раз три этих. Нам надо построить убежище где-нибудь. А может, пойдем добежим сначала до туда или где-нибудь на побережье и будем там строить-то? Почем мой-то сиганул куда-то? Да, пошли. Тут рыба есть, я хотел бы тут рыбу ловить. А мы там на побережье не сможем рыбу ловить? Так, ладно, все, давай тогда туда двинули. Давай, то у нас сейчас время кончится, это дневное. И мы тут, я думаю, ночью мы вообще тут умрем. Ты по пути, знаешь, что еще? Палки собирай. Ой, кстати, Иван-чай коллектор. И цветы собираем. Наверняка надо будет там порезы мазать. Мазать порезы. Бежишь за мной? Да. А что такое К? Кто это такой? Компаньон? Да? Да, наверное. Ну ты у меня Х. Я у меня Х. Нет, у меня К и К. Не, ну ты у меня К. К? Это крона, да. А, да, ты у меня Х. А ну только у меня два К. У меня на радаре два К. Ну, потому что К, его он Кельвин зовут. А, Кельвин, да. Кальвин. Да. Ну давай, давай, дойдем до этого кампа. Че нам? А ты запомнил, где пещера-то? А вот тут были ягоды, а я подошел, их нету. Или ты собрал? Я не знаю. А вон она нарисована, что ты не знаешь. О, палки. Ну давай, подбери вот эту еще. Че, кто это? Палки вот можно нарубить деревья. Ну, я, блин, чтоб стамину не тратить, там все дела. Выносливость, еще остальное. Бляха, лес выглядит обалденно. Вообще обалденно все выглядит. Ну и где тут это? А тут нет ничего, слышь? Слышь, тут ничего нету, я вот на таргете и нету. Почему налево? А, налево. Вот они, смотри. Туземцы эти, туземец, он сидит на камне. Ты что, дурак, что не видишь? И вон еще по деревьям лазят. Вот они, давай их бьем. И вот этого надо. Я ему башку отрубил. Че ты его поднял-то? Блин, дурак, их вот еще один. Меня жрут. Hold E to respawn. Меня убили, значит. Блин, надо было полежать, чтобы ты меня риснул. Может, так это можно делать. Я отымел двоих. Слушай, зря мы, наверное, туда пошли. Ой, а это я где? Слушай, а тебе меня спасать, по ходу дела, надо. Да ладно. Да. Давай, пока меня кишки не выпотрошили, а не потому, что в какую-то бочку сваливают наши кишки. Иди на меня. Иди на тебя. Блин, а я не могу посмотреть. Мы в ихнем убежище. Идешь? Иду. Давай. Потому что надо уже берлогу строить. Че мы? Ну и надо было тогда сразу там строить. Где? Где вот эти чуваки на нас напали? Ты же сам сказал, говорит, давай до таргета добежим. Где вертолет? Ну я-то думал, это типа нас ведут на точку, где удобнее строиться будет. А хуй там плавал? А тебе далеко до меня бежать-то? Прилично вообще. Блин. Почему ты? Вот ты. Ты как раз около, вот в этой пещере, в которую мы сыкнули залезать. Да? Я не знаю, нет. А, это Кельвин прибежал, слышь? А ну, что он меня не спасает? Чувак, спаси меня. Подойди ближе, чтобы я тебе записку... Мне залезать вот в пещеру-то? Ты в пещере или нет? Нет, нет, не в пещере, где-то наружу. Вот тут Кельвин трется.
А что он тебя не спасает-то? Не знаю, он дурень какой-то, он это, бестолковый. Его ж контузило. Вот, давай. А, вот и на столбе висишь. На чем? В столбе. Меня что, привязали, да? А, во, я что-то могу, смотри. Блин, я сам мог освободиться. Вот и лошара. Ага. Ну я весь в дерьме. Так, а вот подожди, мой рюкзак-то. А инвентарь просрал, да? Нет, вот он. Несколько инструкций для изготовлений. Не балы. Какие балы? Кани балы. Блин, они тут жертвоприношения делают, смотри, они тут это... Ну и давай тогда вот тут у вертолета есть тут респаун. Я разбил им горшок. У вертолета и будем строиться. Пошли. Пошли, пошли. Куда? Давай, веди. Ну вот туда, к вертолету. Вот. Давай, давай. Не, я хотел так, чтобы водичка была, чтобы места было много. Ну вот, тут есть озеро. Смотри, тут вон приличное место. Вот где вертолет упал. Вот, смотри, сколько места. Разовьем тут первоначальный лагерь, а потом переедем. А то солнце-то уж садится. Ну пошли тогда вон на тот берег, вот сюда вот. А там лес кругом. Ну сейчас мы его уже вырубим. Кого? Весь лес? С ума что ли сошел? Да. Вот тут и палки есть. Так, ладно. Что мне надо? Надо поставить костер. Давай ставим. Ставим вот здесь вот костер. Будем отсюда развиваться. Не, ну здесь вообще что-то дичь какая-то. Прям очень мало места. Ну пошли, тут. Пошли обратно туда. Куда? Вот тут что ли? На камнях вот этих? Ну нет, не на камнях, прям там у вертолета. Ладно, нужен костер. Так. Б. А, видите, что я налево. Б. Так, нужна, значит, костер. Костер, это мы поджигаем одну палку. А, нет, про надо палки. Нет, потом нам сломать. Нужна, нам ткань нужна. Нет, палки сломать надо. Okay. Ткань и палка. Тут я не хочу, тут, смотри, тут трупы. Ну что, мы с трупами жить будем? Ну пока да. Так. А как тебе это крафтить? Окей. А как палки взять? Как? Тут как мне взять палки? Это что? Так, тут лимонки. Тут смола для 3D принтера. Что? Так, это что у нас? Консервы. Энергетический напиток, лекарства. Батончик. У меня есть, кстати, раф мяса. Так, скотч, ткань. Иван-чай. Нафига доручных часов. Это что, вкл-выкл? Это освещение. Веревочный мост. Ну, вон как. Ладно. Так, мне нужны... А я палки находил. Заряд Т4. А где палки-то? А, вот еще что-то. Так, это трос. Трос. Рюкзак. Добавить предметы. Вот палка. А в палатку делаю просто. А как палку-то взять? Окей, череп у меня тут. Так, череп удалил. А где? Слушай, я не знаю, как строить. Вот как мне инвентарь взять? Вот палки. Я подобрал палки. Как мне их заюзать? Так, нажимаешь объединить на палку? В смысле объединить? Я могу только удалить. Правой кнопкой мышки. Удалить. Я не знаю, где еще там удалить. Ладно, хорошо, где ты палки нашел?
Слушай, а я что-то не могу. А, вот они. А, вот они. И вон черепа. Я понял. Так. А теперь выбрать. Ага, не то. Так, окей. Объединить, 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 объединить. Четыре палки. Надо их теперь сломать. Изготовить дубинка. А как сделать так, чтобы я мог это все изготавливать? Как палки-то поналомать? Тоже не можешь палку сломать. А, топором на них, наверное. Берем, значит, короче, палку. Подожди, топором. Да. Мне надо как-то палку под брезент поставить. Я выложил тут брезент, чтобы она не началась. А надо там как-то теперь палку туда подложить. Да, вот, постелить. И теперь подпикнуть туда палку. Так, подожди, костер. Костер, значит, вот. Берем палку, сломать. А как палку-то сломать? А, может, ее надо в... А, ой, стоп, подожди. Что ты, вот. Положить сюда камень. Так. Подожди. Берем палку. Вот так. И подстеливаем. Вот. Чё ты, дурень? Чё, а как ты взял палку? Как ты подстелил? Просто нажимаю этот левую кнопку мышки. Под угол. Вот все готово. И что это? О, сохранится. Да, можно спать, можно сохраниться. Я сохранился, игра сохранена. Крутя. О, теперь можно будет... О, сломал, смотри. Так. Вот. Вот, теперь у нас есть костер, смотри. Так, а как теперь приготовить-то? Так, вот раф мяса. Тут траву-то не жди. Так. Так, а это что? А это листки. Где закрыть? А как узнать, когда они готовы? По свету. Этот хрен уже тут развалился, смотри. А он лежит, улыбается. Давай я ему дам какое-нибудь задание. Дай ему задание. Собирать палки. Построй костер. Стой. Сделай перерыв. Очисти 5 метров. Что значит? Я понял. Очисти 5 метров. Съешь кусок мяса. А то подгорит сейчас. Съешь кусок мяса. Не хочет. Как? Ну там этот пакман. О, кукит мясо, да. Смотри, олень плывет. А, кукит мясо в коллекциях. Нет, я их с коллекции. Вот они, да, у меня готовые куски мяса. Вот, есть. Хрена. Я поел. А я, кстати, не хочу, надо попить. Ну, не пьет. А, вот пьет. Ну что, надо убежище строить. А, давай просто до утра поспим, пока костер горит. Давай. Давай. Мне надо, чтобы
спать шло, надо, чтобы кто-то два был. Чего два? Ну, один-два, видишь у меня. А ты не скажешь, что я хочу спать? Вот, все, поспали. Утро? Утро. Это утро? Утро. Или вечер? И костер вот наш этот. Ну все, двинули тогда вот в том направлении. Куда? А не будем костер забирать? Куда мы шли? А как ты его заберешь? А, я не заберешь, да. А ты что, тогда брезент, получается, использовал? Ну и что? У тебя же есть еще брезент. Вот, смотри. А сам брезент? Ну-ка, слезь с него. Ну-ка. Сейчас. Не, не подбирает. Ну и ладно, у тебя есть еще один брезент. А подожди, топор надо поставить. А то я чем их бить-то буду. Вот. О, смотри, у нас вон там еще точка. Мап, где? Ну это уже близко. Давай до той точки. Тут есть побережье? Вон, да, смотри, сколько у нас точек-то. А, да, смотри, 6:55. День второй. Пошли. Пошли, я туда же. Надо все-таки узнать, что это за точка. Я пошел. Иду, а иду. Вот еще смотри, черепа их. Опа, электродубинка калека. А, кусок мяса собрал. Слышь, Раф коллектор. А, это белка тут сидела. Вот, белка мертвая была. А я думал, я с черепа соберу. Я белку не увидел. Пошли. А мы же можем их всех перебить? А не открывает. У тебя тоже не открывает? Не. Ну ладно, хер бы с ней. Камни. Вот, надо просто крупнее было сделать навигатор. И как? По навигатору просто среднюю кнопку мышки нажимай. Сколько у нас точек. Да, вон, пошли на побережье, и там вон, смотри, видишь? Судя по всему, песок. И будем там жить. Да? Куда, где? Ну да, давай. Ну давай, да. Ну сейчас только дойдем до этой точки-то. Посмотрим, что это вообще за точка. Я по устью реки иду. Она, кстати, тут высохла наполовину. Не, ну вода есть, вода течет. А рыбы нету, кстати. Наверное, слишком мелко. Палатки вижу, иди ко мне. Вон на той стороне. А что ты не видишь, что тут миллионер-то этот был? А как он тут должен? Ну не знаю, что там. Дорогие машины. Дорогие машины. Я какие-то платы нашел. Я тоже какую-то хрень. Да ты двинься. Да, какие-то чернила для принтера. Чё, блин? Штатив, смотри. Ой. Он не ломается. Так. А подожди, а как мы вниз-то спускались туда? А. Ага, налево мы пошли. Там он... А можно спрыгнуть, слышь, брат? Прыгай. Фух. Чтоб ноги сломать, да? Ну, я спрыгнул. Так, я еще сейчас палки наберу, чтобы костер там поставить. А сегодня лезут, что ли, уже? Давай вон там, до точки осталось. Слушай, наверное, когда вопросик, это, наверное, что-то изучить. А я сразу это просто Е нажимаю без этого. Блин, надо найти вот сейчас еще одну ягоду. Ты удержи тогда на нем Е. Он, может быть, тогда изучит эту хрень. Ну, посмотрит, что это такое, как этим пользоваться. Алоэ. Какое алоэ? Нет, удержать это он сразу сожрал. Взял и сожрал.
Да? Ага. А, ну то, что неизвестная ягода, то это сразу. О! А вот сейчас вижу, да. Будни миллионера. Гольф-мобиль. Так, а птички не убиваются. Во, во, нашел пещеру. Здесь, наверное, такие же хрени. Они тут по всем пещерам раскочеврякались. Ну, как и порость. Так, сигнал ухерачился. Сейчас, подожди, зажигалку их фигану. Залез? Да. Ты залез, вижу. Это что за пенис? Еба, тут еще глубже. Ёпта, туннель. Тоннель, брат. Ёпта, это бункер. Смотри, провода идут. Во, давай тут жить. А ты думаешь, что тут нам дадут жить? А чего бы нет? Чё, это я могу подобрать? Вот, смотри, спальник. На спальнике спать можно, сохраняться. Батарейки. Будем отсюда вылезать и от какого? А они сюда не будут залезать. А, это ты вот стремянкой шумишь. А я думаю, что за фигня-то? О, подожди, сохраниться. Стрелы. Ой. Тим Лебланк. Параллельный Universal and Travel Between Zen. Книга «Параллельные вселенные». Я 3D принтер включил. Зачем? А что он делает? Ну и что мне с этой книгой делать? Оставь ее для растопки. Он стрелы сделал. Я не знаю, куда я ее херанул. 3D принтер. О, еще нашел картридж для этой. Вот, смола для принтера. Во, заправить смолу, смотри. 999 миллилитров, я заправил. Давай, печатай. Зачем? А, тут только стрелы можно печатать. Да. А К, что такое К? Почему фляжку можно напечатать? Смотри, иди, дурак. О. Смотри. Маску. Крюк. Техноткань. Сани. Стрелы. И фляжку. Давай я фляжку напечатаю. Давай фляжку напечатай. Две. Зачем две-то? Как он долго печатает. Я не знаю, куда я книгу дел. Сохрани, иди игру. А дверь можно закрыть? Да я сохранил ее уже. Я, кстати, есть хочу и пить хочу. Вон фляжку забирай. Где, давай. Нету. Вон она висит. Забрал, да? Кто это? Так, слушай, наверное, можно выключить. Газ не кончай. Не кончай газ. Батарейку. Где? Печатаешь? В зажигалке. А у меня не показано, что где-то батарейка кончается. Не, ну мало ли, все равно выруби на всякий случай. Забрал? А ты что, вон в инвентаре что ли сидел? Нет. О, смотри. Я вон в инвентаре, видно, сижу? Нет, это я к тебе подошел, вот так. Ага. Это то, что я тебе могу дать. Подожди, стой. Че? Стой. Ну. Бляха, близко слишком. О, светится? Да. Класс. А если я сделаю у себя в инвентаре... Вот так, смотри. Ну, светится. Класс, синеньким, да? Нет, так же. Зеленым? Угу. Нет, не зеленым, таким наш это. Бирюзово-розовым. Ладно, пойдем еще посмотрим тут. Че за звуки? Вот поликос. А-а-а. Это вот он делал. Ведь. А можно как-нибудь оружие быстро переключать? Нет? Е-мое, аж глаз режет. Вс,
Все, тут живем. Ну да, тут диван есть. А на нем нельзя спать. Еще часы собрал. Вот сейчас видно, что здесь где-то жил миллионер. Вон там он, наверное. А у меня ключа нету. И там музыка играет. Зачем ты деньги взял? За дверью. Да, слышь, Denied. Ладно, пошли дальше. Время 9:40. Пошли дальше, надо уже, блин, серию заканчивать. Пойдем, да сохранемся, да. 40 минут уже наиграли. Вообще офигенно. Да не говори, время летит. Офигенски. Ну, мне пока игра заходит. Не, ну я в Forest играл. Я, в принципе, знаю, что такое Forest. Но вот сейчас только разобраться бы еще с этим крафтом. А то, видишь, тут половина наводить надо, половина там еще что-то. То, что получается так, она, в принципе, форестная. Но более она, знаешь, такая стала, как бы... сложно выживаемая. То бишь, быстро все не скрафтим. А как ты туда зашел? Ёж. Проволока, коллектор, батарейки. Чё-то я выжрал. Блин, я что-то выжрал. Ладно, на этом давай заканчивать. Вот смотри, вот так вот у нас первый взглядик получился. Игрушечка стоящая, да, она как и по графонию оптимизирована довольно-таки. И, блин, вот еще по поводу строительства бы хотя бы понять, как это все работает. Ну ладно, думаю, мы дальше разберемся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, подписывайся на паблик. Ставь пальцы вверх, комментируй и рассказывай друзьям, делись ссылочками. И до новых встреч. Пока-пока. Блин, ну тут воду можно набрать. Вот почему здесь воду нельзя набрать? Не говори. Льется. Ты что же сверху? Ну.